Не побоялись выйти на открытый ринг. В Первоуральске возобновился турнир по тайскому боксу, участие в котором может принять каждый желающий спортсмен. На этот раз на ринг вышли 17 боксеров из Первоуральска, Ревды и Копейска. Бойцы показали хороший уровень подготовки. Для многих из них это состязание стало первым выходом на ринг. По итогам октябрьского турнира вручили 9 медалей за первое место и 8 за второе. Поединки по правилам тайского бокса будут проходить среди начинающих раз в месяц. В конце каждой схватки участникам начисляются баллы, по которым составляется рейтинг спортсменов. Те, кто наберет максимальное количество баллов, посоревнуются в суперфинале. Победители получат грамоты, медали и призы.